Всем привет, с вами Зазу. Мы проходим Dark Souls. Я решил, что лучше туда не суваться, к тому мужику. Слишком мы слабы. Поэтому пойдем дальше. Так. Обычно, не знаю, это туманом можно назвать. Белый свет. Окей, хорошо. Мы назовем его белым светом. Обычно это путь к боссам. Вот. Так что, скорее всего, сейчас будет босс. Вот мы и заходим. Так, точно так. Мы сейчас избавимся от двоих засранцев. Ну, сейчас будет пипец. Так. Я сделаю так. Мы залечимся. Затюнингуемся. И все, и сейчас будем боссовать. Знакомьтесь, засранец. Таурас Димон. Он, если, как видите, он большой, и бьет тоже больно. Я пытаюсь сейчас его отвести от... быстрее, быстрее! Залезай, быстрее! Фу. Ну, фартануло просто. Но уж не попаду. Так. Мне лучше отходить все время. Ух ты, я еще успел. Я не успею на этот раз. Из него мы получили сколько? Мы получили человечность. Отлично. Фух. Да, давно я так не переживал. Так. Мы идем, да, продолжаем дальше и... Так, что у нас тут будет интересно? Большая душа потерянного мертвеца. Окей. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. Do you find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time.
Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Дай мне. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Okay. It pleases me greatly. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Смешно. Так, теперь мы сможем призывать его. А теперь мы сможем его призывать при боссах. Так что это нам очень поможет. Закрыто. Ну, окей, закрыто, так закрыто. Воу, какие дропы FPS. Что-то мне не нравится. Бля! Что за херня происходит? Вот гандон, ну. Так. Ну спасибо хоть что убил врагов. Так. Теперь мне как-то надо что-то сделать. Не вздумай еще раз дышать. А, окей, окей. Вау, побежали. Ой, и не дыхнул. Что у нас здесь? Ага, здесь. Мы открыли короткий путь. Знакомое место, правда? Двадцать совсем немножко не хватает. Ага, мы под мостом. Хоп-хоп-хоп-хоп. Мы его столкнули. Окей, так. Попробуем двумя руками. Куда мы тут дальше идем? Так, окей. Okay.
Мертвый Париж. Или, видимо, вот так. Undead Parish. Ну что это? Что там не очень стоит? Так, где сюда зайдем? Здесь будет стоять один большой засранец, которого мы должны будем завалить. Да ну нафиг. Это было больно, знаешь ли. Наш рот. Ну чё, мы тут близко? Ну как близко? Относительно. Да, бессмертие в этой игре нереально. Вот это нехорошо, нехорошо, мать вашу. Этот индикатор показывает, насколько я зараженный. То есть, если он заполнится до конца, у меня начнется заражение. То есть, пипец будет. Ну, хорошо, что им нужно только пару ударов. Вот зараза, крыса, ну. Попробуем еще разок его нагибнуть. Это будет последний раз, конечно. Походу, вообще будет последний раз для меня. Нафиг тебе, нафиг, 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 нафиг. Как удачно, а? Хитрый зазоб, обхитрил. Thank you.
И стоит тут такой, не при делах. Ну, давай, подходите. Ух ты. Так, здесь есть буйвол. Thank you.
Убью, дай дорогу. А теперь ты иди сюда. Так, мы получали ключик. Еще какой-то риск стоит. Ну давай. Помухаемся. Ну давай. Ой, этот какой-то шустрый. На тебя контратаку засрать. Так, мы еще щит получили новый, да получше. Вообще хорошо. Хоть не деревянный. Ух, твою налево. Дай пройти, твою мать! Так. Ну, теперь я тебя побью. Чекпоинт, так что нужно как-то поосторожен, что ли. И бутылочек нету. И лучники, блядь. Ну, дойдем до чекпоинта, покажу вам кузнеца. И на этом я, пожалуй, закончу. А, уже даже звуки слышны. Зажгем костерчик. Это нам ничего не стоит. А вот.
и кузнец. Якобы дварф. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require something, then speak to me. Вот. Он может модифицировать оружие. Также плюсовать, там плюс один, плюс два, и больше урона будет. Починить можно. Что я сейчас и сделаю. Также он продает титанит, чтобы записать на плюс 5. Зачем я это сделал, я не понял. Ну да ладно. Ну что, на этом закончу я. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь и оставайтесь с нами.